Сроки нахождения на учете по безработице сократили до 1,5 лет, и наниматели обязали более активно взаимодействовать со службами занятости. Такие инновации содержит новый закон о занятости населения, который вступает в силу сегодня. Документ усиливает мотивацию граждан к трудоустройству. Теперь белорусы должны самостоятельно заниматься поиском работы, сообщать в госорганы о результатах. А если служба занятости выдает направление на трудоустройство, явиться к нанимателю соискатель должен в течение 2 рабочих дней. Кроме того, повторно стать на учет теперь будет сложнее. Если гражданин лишается статуса безработного по своей вине, вернуть его он сможет только через год. Мягкие такие условия были, потому что порой безработные действительно безответственно относились. Они пришли, стали, особенно с принятием декрета о социальном иждивенчестве, часть граждан, которые так несознательно пришли, стали на учет, и они не ищут самостоятельно работу, не являются вовремя в службу занятости, как в установленные сроки. Поэтому, конечно, назрела такая острая необходимость немножко уже отличить эти правила. А вот размеры пособия по безработице оставили без изменений. Так, граждане, которые становятся на учет на биржу труда, могут рассчитывать на сумму, эквивалентную 2 базовым величинам.